Здравствуйте, виноградари, подписчики моего канала, все, кто попал случайно на мой канал и смотрит это видео. Сегодня 12 апреля, и вот конкретный начался плач лозы винограда. Вот такие капельки в тех местах, где виноград срезался. Срезал виноград я в феврале месяце. Вчера обильно полил куст, так как надо вода винограднику в этот период. И сегодня заметил, что идет конкретный плач лозы. Это нормально, не пугайтесь. Вот поливочная лунка. Вот это было все заполнено водой. Где-то литров, не знаю, литров 100, наверное, воды сюда ушло. На этот куст. А сегодня конкретный плач лозы. Плач лозы, значит, показывает, что виноград хорошо пропускает через себя воду. Скоро будет распускание почек. Правда, почки еще не набухли. А вообще плач лозы начался из-за того, что он был все-таки подрезан, виноград, не осенью, а весной, ранней весной. Ну, то есть в конце зимы. Если бы подрезался зимой, то как-то бы это место бы затянуло кончики, где подрезалось, а то сюда бы в плаче не было лозы. Ну вот какие уже набухшие почки. Скоро пойдут в рост. Вот какие почки красивые. Скоро зазеленеет. Удачи вам всем. Хороших урожаев. Чтобы болезни не цеплялись на виноградник. Всего хорошего.